громко, так спокойненько. Брюки. Ой-ой-ой-ой. А женщина как ангел. Помощника нет. Зачем помощь? Он сам справлялся. Усыпил Господь его в тот же час. А дальше историю эту ты узнаешь сейчас. Сладенько спал Адам в райском саду. Попугай кокоту. Зрелище, как в кино, попугаю видал. Как из Адама ребром Господь доставал. Bye.
учитель сказал: сорви сладкий плод. Ева его сорвала и засунула в рот. Господь на нее осерчал и приказал: Адам и Еву из рая на землю сослал. А верный друг Адама попугай крокодил.